Добрый день, дорогие друзья! Как проходит мой день? Сейчас я возле торгового центра «Огни» нахожусь, иду домой после работы. Вот такая вот у нас елочка здесь, заодно снимем ее. Красивая, вот так проходит мой день. Спросите, почему так рано, в 12 часов, потому что работа у меня такая красивая. Скоро Новый год. Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Новым годом, хотя вроде как рано. Но потом будет некогда. Суета и все такое. Все так тихо идут, прям как выходной прям. Точно не я один такой в пространстве и во времени тоже. Оп. Какая красивая. Кому понравилось видео, ставьте лайки.